Праздники — это прекрасно. Я очень люблю праздники. Правда, я по роду своей профессии, как художник, я же хожу в мастерскую все равно. То есть у меня праздников как таковых не очень бывает. Но если мы обратимся, кстати, к мировому опыту, то там праздников на самом деле больше, чем у нас. Поэтому почему-то в другом мире это вопрос, что с этими праздниками делать, как их проводить. Есть ли у вас, у людей, возможность, кроме водки, как-то их еще материализовать? Праздники — это прекрасная возможность с детьми выехать куда-нибудь. Да и вообще, ну, почувствовать себя человеком. Я бы, кстати, сказал, что, может быть, не так хороши праздники бесконечные, как, скорее, регулярно повторяющиеся. Потому что вот лучше чаще каких-то интервалов, чем, может быть, один раз вот этот безумный, конечно, Новый год, хотя он прекрасен сам по себе. Пусть праздники будут, только надо, чтобы они были праздниками.